Если вы придерживаетесь диетического питания, предлагаю приготовить это легкое и вкусное блюдо. Диетические рыбные котлеты в духовке готовятся из филе белой рыбы и овощей, рекомендую попробовать. Приготовим диетические рыбные котлеты в духовке в домашних условиях. Рыбное филе, лук репчатый и морковь пропускаем через мясорубку. Добавляем измельченный зеленый лук, соевый соус и перец. Вымешиваем фарш и формируем котлеты. Запекаем блюдо в духовке. Примерно 40 минут. На гарнир подойдет картофельное пюре. Удачи! Досмотришим видео и я предложу записать список ингредиентов. Пропускаем через мясорубку рыбное филе, лук репчатый, а также морковь, измельчаем зеленый лук, перемешиваем все ингредиенты, добавив перец и соевый соус. Мокрыми руками формируем котлеты среднего размера, перекладываем их в форму для запекания, смазанную растительным маслом, готовим в духовке 40 минут, температура 200 градусов. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится: белая рыба 400 грамм, филе, лук репчатый 1 штука, морковь 60 грамм, лук зеленый по вкусу, соевый соус 3 столовые ложки, соль и перец по вкусу, количество порций 3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита! Жду вас снова.